Во втором туре футбольной национальной лиги Оренбургский «Газовик» принимал сочинскую «Жемчужину». Уже с первых минут матча гости отчетливо дали понять, что они приехали в Оренбург настроенными взять очередные 3 очка. Хорошим дальним ударом Гитариев проверил готовность вратаря «Газовика». На 24-й минуте сочинцы все же добились своего. Защитники «Газовика» сфалили Надименко вблизи собственной штрафной, и все тот же Гитариев со штрафного открыл счет в матче. Стоит отметить, что часть вины за пропущенный гол лежит на голкипере оренбуржцев. Сергей Пащенко неверно выбрал позицию в воротах, что и позволило Гитариеву открыть счет. Не стали останавливаться на достигнутом преимуществе сочинцы, и уже в одном из следующих эпизодов Денис Бояринцев наносил опасный удар после розыгрыша углового. Опасные атаки проводили и оренбуржцы. В одной из таких отличное взаимодействие друг с другом Максютенко и Парников чуть было не сравняли счет в матче. Во втором тайме сочинцы развили свой успех. На 66-й минуте прекрасную атаку организовали вышедшие на замену Ковальчук, Бояринцев и Деменко. Завершающий удар остался за капитаном «Жемчужины». Но «Газовик» не думал сдаваться. Отличный момент для того, чтобы сократить разницу в счете, имел Кулешов, ворвавшийся в штрафную после быстрой атаки по правому флангу. Но Владимиру не удалось использовать свой момент. Спустя всего несколько минут Скворцов все с того же правого фланга не сумел в ближнем бою переиграть вратаря сочинцев Марка Чеха. И все же концовка матча осталась за гостями. Два отличных момента имел капитан сочинцев Максим Деменко. Но в первом эпизоде ему немного не хватило точности, а во втором за хозяев сыграла перекладина. В итоге 2-0, победа «Жемчужины». Я думаю, что игра не стала равнодушной никого, она смотрелась, слава богу, поле не позволяло, потому что искусственное, достаточно в хорошем состоянии. Народ пришел, что может не радовать, я думаю, что если даже местная команда проиграла, все равно, наверное, игра понравилась, и люди ушли довольны. Вот, ну, поражение нашей команды – это тоже часть футбола, поэтому мы тоже должны быть к этому готовы, будем делать выводы. Вот. И все понравилось, поэтому, я думаю, болельщики видели, были ряд голов на замен. Вот, то, что мне не понравилось. К сожалению, тоже рисунка игры не было, но заметно было, превосходило мастерство индивидуальное. И опыт игроков команды гостей. И этот момент как раз превосходство. Может быть, желание мы не проиграли, а превосходство ведь в опыте и в данном мастерстве сказалось. И гости забили, а мы тоже было там 2-1, 1-1, мы не вызвали. Вот. Хотя гости еще могли задеть. Но так как сложилось, будем дальше готовить, делать выручку, готовить следующий.